такое вот необычайное решение. Этот вариант образуется. Опять же, он на груди более эффектно будет смотреться. Это вариант, когда с обратной стороны, с изнаночной, вы, раскладывая платок, находите его самую середину. После того, как вы нашли серединочку, вспоминайте, на первом вебинаре по платкам мы тоже такой способ один делали, но мы оформляли им шею. Теперь мы с этим способом оформим и сделаем из платка блузку. Сделали узелок. Теперь мы раскрываем, скажем так, лицевую часть. Вот у нас. И здесь мы действуем следующим образом. Мы верхнюю часть опять завязываем. В общем-то, в остальных моментах это будет похоже на предыдущий вариант. Разница только будет в том, что у вас сам платок будет более, ну, скажем так, во-первых, края более подтянуты, во-вторых, объем, и здесь будет интересный, вот, интересная драпировка, интересный рисунок возникать за счет того, что... Сейчас я вам покажу. Видно, наверное, да, вот здесь у вас? Вот, за счет того, что мы сзади сделали узелок. Обращу ваше внимание, что узелок не обязательно сделать строго по центру. Есть вариации, когда рядом с той стороной, где проходит горловина, делают узелок практически вот... Давайте я вам еще раз этот вариант покажу. Практически отступая 10 сантиметров от верхнего края. Многое зависит от формы груди, от размера, как вам удобнее будет, чтобы эта драпировка легла. Итак, вот, допустим, вот эта верхняя часть, я ее складываю вдвое. Сверху у нас изнанка. Отступаю, ну, буквально, можно 15-10 сантиметров. Завязываю узелочек там. И сейчас вы увидите, насколько изменится общий результат. Завязала вот такой вот маленький, аккуратненький узелочек. Расправляем. И теперь эта драпировка окажется фактически вот здесь вот на линии выреза. Сейчас я вам продемонстрирую, как это будет выглядеть. Так, завязываем. О, хвоста хочет попасть в узел, но мы не дадим этого. Так, завязали. Расправляем немножко. И теперь обращу ваше внимание, что у нас узелок расположен практически вот здесь. И вы видите, как меняется в целом картинка. Остальные два хвоста вы завязываете. Вот у вас драпировочка. Здесь в свободном режиме все. И узелок внутри, который остается с изнанки, он дает возможность более эффектно подчеркнуть грудь. Получилось ли? Красиво. Да, вот этот способ мне тоже очень нравится. Я считаю, это гораздо интереснее, чем просто завязанный платок сверху и вот сзади. Расправляем. Снимаем, освобождаемся, уже жарко становится от платков. И, соответственно, у всех ли получилось? У всех ли получились варианты?